привет! Снова? Первый день, это что за награда какая-то? Ну, ладно, окей, давайте нажмем играть. Так, нифига себе у меня оружие! Я хочу сейчас посмотреть, что у нас, кто на сервере есть. Так, во-первых, один военный. Дальше. Офигеть, сколько полиции. Воу! Три ФБРовца жестких. Офигеть. Какая-то собака, это еще кто-то. Вау. Даже две мафии есть. Блин, ну это жестко. Это жестко, сразу же видно. Одна инкассация. Окей. Окей. Короче, ребят, по секрету, у меня цель сегодня как бы разозлить там всяких... Ну, короче... Чтобы сделать погоню за мной, все гонялись, как бы, отбиваться от всех. Посмотрите, сколько у меня оружия. Я думаю, все получится. Так, ребят, я думаю, вы понимаете, не понимаете, что это за аккаунт? Это вообще что, гангстер? А это мой второй аккаунт, да. Спасибо, так неожиданно и приятно! Как бы, ну, блин. Я очень обещал в прошлом ролике, вы набрали 100 лайков там или даже больше, это просто хорошо. Заходим за депутата. Я лютый, ура! Чё, сколько пистолетов? Если ты не делаешь килл на миду, вантапом, три раза самотеки. Ребят, как мы тут видим, тут мэр сидит, вау, прикольно, да. Тут какая-то конференция, кстати, у нас есть на сервере мэр, так, давайте посмотрим. Мэра нет, я один сегодня депутат, самый крутой, самый лютый. Так, это тут что-то за какие-то собрания проводятся, тут тоже что-то. А вот здесь, это вообще какие-то страшные комнаты, тут вообще ничего нету. Вот если бы я мог себе реально купить там место в мэрии, вот, блин, жалко, что я не могу как-нибудь себе там заказать там или что-то поставить себе хоть что-нибудь, стол там, ну, ладно, окей. По сути, этот геймпасс нужен именно чисто для РП, ребят. Вот, давайте тогда возьмем нашу лютейшую самую машину. Это гелик. Я, честно говоря, уже тестил этот геймпасс. Достаточно давно его покупал. Вы посмотрите. Прикол, пацан такой заехал, блин. Ладно, до свидания. Тут вообще куча всего нового появилось. Я, как бы, уже вижу, военная база. Так, давайте заедем. Окей, окей. Почему бы и нет? Вот, можете посмотреть на армию. Тут есть танк. Написано армия. Все хорошо, поэтому мы уезжаем. Поедем сейчас в тюрьму. Вы получили зарплату в размере 650 рублей. Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Ребят, я вижу ФБРовцев. Вот он ходит. Помните, это собака? Реально, ФБР. Жесткий. Давайте к нему сходим, попросим что-нибудь. Привет скажем. Короче, я ему задал такой анонимный вопрос. Как бы, ой-ой-ой, что это такое за машина? Ах, это реально армия. ФСБ, окей. Так. Что за разборки? Здравствуйте, блин, мужчина. Так, это, блин, вообще машина Славы Мерло, алё. Короче, ребята, у меня есть социальный эксперимент, кто украдет гелик. Вот тут его оставим, а пока что пойдем смотреть. Чифига себе, что за разборка тут. Медики приехали, полиция, вот там. Срочное сообщение, которое приходит в эти минуты из Подмосковья. В коттеджном поселке Новые Вешки в эти минуты силовики штурмуют частный дом, в котором запаррикадировался вооруженный местный житель. Вот реально все, вот даже ФСБ, вот еще какой-то, вот этот даже. Что такое, блин? Нас обстреливают. Уходим, ребят, уходим. Отъезжаем. Помогите. Все, уезжаем. Меня не купят! Задумала, блин. Мне тоже задумала. Я тоже уже задумала. Палка разомкнется, я взлечу на воздух. А кто вас заминировал? Все. Ребята, это месть. Все, я пошел. Ребята, это месть. Все. Тебе капец! Ну давай, ты на меня! Я эстетика Данил Степанов. Попробуй подойди, посмотри, где я, Данил Степанов. Давай, забирайте его в дурку нафиг. Это что за вообще, это ужас? Вообще нет мозгов, нету. Капец! Я, короче, мне этот сказал то, что, типа, наступает какая-то страшная война, и мне надо в бункер заходить.
Я не знаю. Он мне написал, и что? Совсем уже, совсем сумасшедший, посмотрите на это. Григорий еще помнит, как его зовут, что он был человеком. Он даже пытается читать газету, но с каждым днем Григорий все больше превращается в зверя. Эвакуация, все в порядке, я не понимаю. Это ужас, это ужас. Я им написал, этот вообще это ужас. Они все тут лежат, как бы мертвые, это ужас, посмотрите. Третья мировая война. О, это что такое? Америка напала. Ты понимаешь, что ты поехавший уже, все. Не я, блядь, поехавший. Ну, хоть не он, блядь, а ты. Посмотрите, уже два военных на сервере. Куча ФБР, куча полиции. Ну, но я еду закупаться оружием. Мне вообще пофиг на все то, что там какие-то американцы там. Я стану такой чисто мафией. Так, дробаши тут. Вот такая. Давайте самую-самую дорогую. Узиха это плохая. Вот. 5000 рублей. Закупаемся. Дробаши. Все, мы закупились. Смотрите, что. Офигеть. Я потратил свои кровные деньги. Поэтому должны поставить лайк. И подписаться на канал. Посмотрите, что это за огнестрельное лютое оружие. Да. И все, и теперь мы поедем, ребят. Поедем, мы знаете куда? А мы поедем грабить все. Они грабили банки и устраивали шоу с перевоплощением. В Самаре выслушали приговор участники банды актеров. Первое, это у нас будет банк на визите. Забыл сказать то, что нужно. Купить динамит для того, чтобы ограбить банк. Быстро. Дун-дун-дун. Грабим банк. Экстремальное ограбление. Челлендж. Это придумал Кобяков. Быстрее, выходим, выходим. Все, воруем, воруем, воруем. Оп-о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 п. Быстрее, быстрее, быстрее. Чего так мало вещей? А, окей, ладно, пофиг. Окей, ладно, выгружаемся. Вообще, пофигу реально. В розыске, ребят. Депутат в розыске, быстрее. Мне кажется, больше денег получу с автомата. Так. Кликай, чтобы в федеральном розыске. Все, и в федеральном розыске. Федеральный розыск, ребята. Все, меня ищут ФБРцы. Тут, тут происходит. А это вообще что такое? Это что за флаги? Это что за флаги реально? Посмотрите, так. Оставайтесь в зоне флага. Окей. Ребята, там ФБРовец. Сейчас мы попробуем быстренько вот так проехаться. Так, вам вообще что ли пофиг, я не понимаю, это что? Вот я, ребят, я сфоткаю их ники и отправлю разработчику, вы что там? Все в порядке? А нет! Бля, быстрее едем! Уезжаем! Бля, быстрее уезжаем! Ребята, 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 все, уезжаем! Уезжаем, я лоханул этих полицейских! Блин, у меня машина застряла, что происходит? У меня легковушечка в федеральном розыске. Ребят, меня этот гелик залагал. Спасите, помогите. Спасите. Блин. Ай. Нахрен. Убираемся отсюда. Сегодня два раза убили депутата города. Сегодня было совершено покушение в больнице. Больничным сотрудником было покушение на депутата. Депутата убили. Потом депутат встал в федеральном розыске и его убили ФБР. Вот такая печальная история депутата. Сейчас, к сожалению, депутат недоступен. Он лежит в больнице, у него тяжелые раны. Я не знаю, что дальше делать, поэтому, ребят, зависит все только от ваших лайков, как бы депутат выздоровеет или не выздоровеет. Я сам даже не знаю,
штука. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Помните, мы в прошлой серии смотрели завод ядерный. Как интересно он изменился. Мне даже реально стало очень интересно, потому что как бы, это очень секретный завод. Самый такой, типа, засекречен. Ну, короче, я сейчас, как бы, посмотрю, что в нем изменилось. Посмотрим, насколько разработчик потрудился. Посмотрим, да. Вот честно, обновление выходит, а ничего визуального вообще не вижу практически. Просто все реально одинаково. Я не понимаю, что изменяется. И, может быть, это я слепой, но мне кажется, вообще ничего не изменилось. Кстати, на рыбалку не идите, я не знаю, но там вроде как... А у меня вылетала игра, но я сейчас не буду пробовать, это уже в третьей серии, конечно, если наберете там 200-300, может, лайков, я не знаю, как захотите, можете сказать. Вот, но мы заезжаем сюда, на склад, здесь такой Чернобыль, труба вообще никак не изменилась. Так, смотрите, склад, и что же будет? Ребят, вы готовы? Там подписались, поставили лайк, и он остался таким же, Прикольно, юху, вау! Ребята, короче, у меня есть идея показать вам VIP-машины там. Ну, короче, какие у меня есть. Чисто обзор, да, какая машина. Вот Кибертрак у меня есть, офигенная машина, самая классная. Чисто обзор у нас доната. Спасибо, папаша, что подарил мне этот Renault Logan черного цвета 20 века. Может ездить, вот, пожалуйста, вот, конечно, она плохо ездит, но тоже вполне нормально разгоняется так. Вообще идеально тоже. Ой, это что такое, кстати? Я помню. Мне Леонид говорил, кстати, если что, это мой друг, то, что вообще сюда даже нельзя заезжать даже на территорию вот на этой вот базы, то, что это самая страшная база в мире. Но я как бы не буду пытать свою удачу. Я и так уже разозлил всех ФБРовцев. Вот так вот. Окей, смотрите, все. Вот, но я думаю, на этом серию реально надо заканчивать, уже она затянулась. Очень много всего было. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Да, всем пока, реально.